Ранним утром несколько беспилотных самолетов взлетели с тайного аэродрома, построенного американской разведкой на юге Саудовской Аравии. Они перелетели через границу с Йеменом и стали кружить над колонной грузовиков в пустынной провинции, известной лишь тем, что здесь разводят арабских скакунов. Группа мужчин, только что закончивших завтрак, рассаживались по машинам. Среди них был Анвар Аль-Авлаки, исламский проповедник, гражданин Соединенных Штатов и самый популярный в мире певец священной войны – джихада. Он и был целью масштабной операции американских спецслужб. Беспилотником управляет автопилот, но взлетом и посадкой руководит оператор. Высота полета 8 километров, продолжительность полета 24 часа. Беспилотниками управляют с другого конца Земли, с базы военно-воздушных сил США неподалеку от Лас-Вегаса. Аналитики часами изучают мир глазами видеокамер самолетов-беспилотников. С высоты в 3 с лишним километра можно разглядеть номерные знаки автомобиля. Спецслужбы ищут врагов и с помощью этих машин имеют возможность сразу же их уничтожить. В этом отличие беспилотников от разведывательных спутников. Пока полученные со спутника фотографии изучат, цель уже исчезла. 1,2 секунды. Вот сколько времени занимает прохождение сигнала с базы ВВС под Лас-Вегасом до компьютерного мозга беспилотника в чужом небе. Самолет вооружен 2 типами ракет. Одна с головкой теплонаведения, другая предназначена для поражения цели внутри дома, с меньшим количеством взрывчатки, чтобы в городских условиях свести к минимуму число случайных жертв. 2 разведывательных беспилотника подсветили грузовики лазерными лучами, а ударный прицелился. Операторы, которые руководили его полетом за тысячи миль от места действия, отдали приказ о пуске ракеты. Впервые после гражданской войны правительство США сознательно уничтожило американского гражданина без положенного по Конституции судебного разбирательства. За Анваром Аль-Авлаки охотились больше 10 лет. Он впервые попал в поле зрения Федерального бюро расследований в 1999 году из-за связи с исламскими радикалами. После теракта в сентябре 2001-го он покинул США, заявив, что страна, где он родился, находится в состоянии войны с исламом. С тех пор его страстные призывы к джихаду на английском языке обнаруживались в компьютерах молодых боевиков в Англии, Канаде и Соединенных Штатах. В ноябре 2009 года майор американской армии Нидаль Малик Хасан открыл огонь по боевым товарищам в Техасе и застрелил 13 человек. Выяснилось, что майор переписывался с Анваром. Анвар написал в своем блоге: «Нидаль Хасан – герой. Он человек совести и не смог жить с грузом этого невыносимого противоречия – быть мусульманином и при этом служить в армии, которая сражается против его собственного народа». Буквально на следующий день 23-летний нигериец Умар Фарук Абдаль-Муталлаб пытался взорвать самолет в небе над Детройтом, но у него ничего не получилось. Агентам ФБР неудачливый самоубийца рассказал, как ездил к Анвару. Тот благословил его и помог подготовить прощальное видео. Стало ясно, что Анвар не просто проповедник террора, а практикующий вербовщик. В мае 2011-го, через несколько дней после того, как в Пакистане ликвидировали Осаму бен Ладена, машину Анвара Аль-Авлаки обстреляли беспилотники, но он успел выскочить и спрятался в какой-то дыре. Один из аналитиков ЦРУ, фаталист, заметил: никто не умрет раньше, чем пробьет его смертный час. Но из могилы Анвар Аль-Авлаки нанес свой последний удар. Это его идеями вдохновлялись братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, устроивший громкий теракт в Бостоне. Террористы предпочитают пластиковую взрывчатку. Она мягкая, как пластилин, ей можно придать любую форму. Взрывчатку помещают в обрезки водопроводных труб, которые вшивают в специальный пояс под одежду. Главный поражающий фактор самодельной бомбы – заложенные в нее гвозди, винты, стальные шарики. При взрыве они разлетаются с огромной скоростью, словно во все стороны стреляет пулемет.
Тамерлан Царнаев не хотел быть камикадзе, но свои бомбы он готовил по той же методе. Начинял скороварки гвоздями и шариками от подшипников. После терактов 2001-го правительство Соединенных Штатов приняло стратегическое решение – брать руководителей террора живыми, чтобы заставить их говорить. Если они выдадут структуру своей организации, планы, соратников, источники финансирования, это поможет предотвратить новые теракты. Но американские законы запрещают аресты без ордера и допросы без адвоката. ЦРУ не вправе выкрасть руководителей боевиков и доставить на территорию Соединенных Штатов, чтобы их допросить. Тогда и возникла идея создать тайные тюрьмы на территории тех стран, где не так щепетильно относятся к правам человека. Руководители спецслужб пришли к выводу: ради спасения людей нужно идти на многое. Это теория тикающей бомбы, распространенная среди тех, кто занимается борьбой с террористами. Если террорист представляет непосредственную угрозу, любой метод спасения невинных людей оправдан, даже пытки. Самой популярной стала пытка водой. Голову допрашиваемого резко опускают в воду, и он думает, что его хотят утопить. Хотя ушедшие из государственной службы следователи говорят иное. Под пытками задержанные скажут все, что угодно, лишь бы их прекратили мучить. Настоящему оперативнику нужно в процессе допроса установить атмосферу доверия и постепенно вытащить полезную информацию, а не выбивать показания. Багдадскую тюрьму Абу Грейб передали в ведение военной разведки. Террористов поставили вне закона. Солдаты военной полиции, которые были хозяевами в тюрьме, стали издеваться над заключенными, да еще и спешили запечатлеть на видео свои подвиги. В других странах с заключенными обращаются много хуже, но там это ни власть, ни общество не беспокоит. А в Соединенных Штатах возник громкий скандал. Белый дом и Пентагон не стали защищать тюремщиков. Их предали военному суду. Эта история подтвердила печальную истину. Стоит только позволить себе нарушить правила и законы, как это приведет к катастрофическим последствиям. Влиятельный сенатор Джон Маккейн, бывший военный летчик, был во время Вьетнамской войны сбит и попал в плен. Вьетнамцы его пытали, поэтому он столь болезненно относится к этой теме. Сенатор добился внесения поправки к законопроекту о выделении ассигнований Министерству обороны, запрещающей жестокое и унижающее человеческое достоинство обращение с пленными. Делать так, что человеку кажется, что его хотят утопить, столь же бесчеловечно, как и держать пистолет у виска и время от времени нажимать на курок, заявил сенатор Маккейн. Жертва же не знает, что в пистолете нет обоймы. Вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни доказывал сенаторам необходимость особых методов при допросе террористов. Но безуспешно. Газета «Вашингтон-Пост» в редакционной статье назвала Чейни вице-президентом попыткам. Директор ЦРУ втолковывал сенаторам, что они не представляют себе, с какими чудовищными преступниками приходится иметь дело. Это же война с негодяями. Тут дело не в том, кто они, ответил сенатор Маккейн. Вопрос в том, кто мы. Надо сохранять те принципы и ценности, которые отличают нас от наших врагов. Теперь, когда оперативники ЦРУ и военной разведки обнаруживают вождей террора, они вызывают беспилотный самолет, оснащенный высокоточными ракетами, которые наводятся по лазерному лучу. Уйти от них практически невозможно. В Пакистане, который превратился в кузницу террористических кадров, их называют «красными пчелами». Что такое пакистанская глубинка? Дорог нет, с электричеством плохо. Племена живут так же, как и сотни лет назад. Но именно здесь Соединенные Штаты используют самые изощренные оружия убийства. Против врага, которого не удалось поразить никаким другим оружием. Если террористов нельзя победить танками, пушками и ракетами, то, может быть, их изведут беспилотные самолеты. Одна из самых удачных акций – уничтожение лидера пакистанских талибов Байтулу Мехсуда. Но техника несовершенна. Иногда инфракрасные объективы не позволяют понять, то ли мужчины склонились в молитве, то ли группа боевиков чистит оружие. Часто невозможно получить информацию о результатах удара.
Они наносятся по отдаленным районам, отрезанным от остального мира. Возможны чудовищные ошибки. Однажды обстреляли ракетами свадьбу вместо намечавшейся сходки террористов. В Пакистане такие ошибки имеют большие последствия и приводят к появлению новых бойцов джихада. Пакистан истекает кровью. Эта хрупкая, нестабильная страна разваливается. В деревнях хладнокровно уничтожают волонтеров, которые приезжают помогать нищим. Убили даже врачей, которые прививали детям вакцину от полиомиелита. Жертвой может стать всякий, кого религиозные фундаменталисты сочтут недостаточно верным исламу. В январе 2011 года собственный телохранитель убил губернатора штата Пенджаб Салмана Тасира, потому что он предложил отменить закон, жестоко карающий за богохульство. Остальные охранники пальцем не пошевелили, чтобы защитить губернатора. В Пакистане живут 2 миллиона христиан. Самым страшным для них является закон, наказывающий за богохульство. Епископ католической церкви в Пакистане застрелился прямо в здании суда в знак протеста против смертного приговора молодому христианину за то, что ему нравится Салман Ружди, автор сатанинских стихов, которого исламские священнослужители объявили вне закона. Профессия следователя – одна из самых опасных в Пакистане. В январе 2013-го следователя, который вел дело по обвинению в коррупции премьер-министра страны, нашли мертвым в гостиничном номере в Исламабаде. 13 пуль всадили в следователя, который расследовал убийство бывшего премьер-министра Беназир Бхутто, совершенное в декабре 2007-го. Вообще говоря, борьба этой женщины за власть – парадокс для исламского Пакистана, где женщин не очень-то пускают в политику. Еще недавно мало кто из женщин рисковал просто отправиться на избирательный участок и проголосовать. Исламские священнослужители предупреждали, что им не следует этого делать. В суде слово «женщины» значит меньше слова «мужчины», и практически невозможно доказать обвинение в изнасиловании. Беназир Бхутто побеждала на выборах, потому что многие мужчины охотно голосовали за привлекательную женщину. Уже в бытность премьер-министром, то есть в 40 с лишним лет, она оставалась очень красивой и чертовски обаятельной. Поговаривали, что половина парламента тайно в нее влюблена. Ее отец Зульфикар Али Бхутто был главой Пакистана. Ее ждала тихая и комфортная жизнь. Но в 1977 году его сверг генерал Мохаммад Зияуль-Хак. Генерал лишил своего предшественника не только свободы, посадив его за решетку, но и жизни. Бывшего премьер-министра приговорили к смертной казни через повешение. На этом счастливая юность Беназир Бхутто закончилась. Она описывала ночь, когда ее отец был повешен. Я проснулась среди ночи, на часах было 2 часа. Нет, нет, я не могла дышать, я не хотела дышать. Папа, папа. Мне было холодно. Мне было так холодно, несмотря на духоту, что меня трясло. Перед казнью отец сказал, что она должна продолжить его дело. Это было тяжкое наследство, с которым она шла по жизни. С ней связывались надежды на невероятные перемены. Но пакистанцы быстро разочаровались. Беназир Бхутто обвиняли в том, что она давит на суды и на прессу, что позволяет своим сторонникам воровать из казны. В стране огромное количество чиновников – 1,5 миллиона человек. Пакистан – одна из самых коррумпированных стран. Политики берут деньги из государственных банков, как из своего кошелька. Ее мужа, бизнесмена Асафа Али Зардари, именовали «господин 10%». Считалось, что именно столько он получает с каждого правительственного заказа. У нас это называется «откатом». Пакистан и Индия начинали с одинаковых стартовых позиций. Но в Пакистане создать демократию не удалось. Власть захватили крупные землевладельцы. У них одна идеология – их собственные интересы. Чтобы защитить свои привилегии, они готовы сотрудничать и с военными диктаторами, и с исламскими радикалами. Пакистан оказался сиротой уже при рождении. Основатель государства Мохаммад Али Джинна, который поставил свою подпись под документом о провозглашении Пакистана независимым государством, умер от рака легких и туберкулеза. Страна осталась без просвещенного руководства.
И с тех пор Пакистан ищет вождей, которые бы направили страну по правильному пути. Но история наносит этому государству один удар за другим. Британская Индия в августе 1947 года распалась на два государства – Индию и Пакистан. Обе страны сразу оказались во враждебных отношениях и трижды воевали друг с другом. Не удалось прочертить линию границы так, чтобы обе страны остались довольны, поэтому произошло великое переселение народов. Люди пересекали границы на поездах, грузовиках, автобусах, шли пешком, бросив все имущество. Мусульмане перебирались в Пакистан, который объединил северо-западные и восточные провинции с преобладающим исламским населением. Им навстречу ехали сикхи и индуисты. Не успевших уехать грабили, насиловали, убивали. Люди вздрагивали всякий раз, когда поезд, приближаясь к станции, замедлял ход, и они видели трупы. Индия и Пакистан появились на свет при тяжких обстоятельствах. Это были кровавые роды. Пакистан охвачен одной безумной идеей – сокрушить вековечного врага – Индию. Обе страны выбрасывают огромные деньги на армию и оружие. Причем оба государства обзавелись ядерной бомбой. Глава Индии, великий пацифист Джавахарлал Неру, который обещал никогда не иметь ядерного оружия, отказался от своих слов после того, как Китай произвел первое испытание в 1964 году. Пакистан приступил к созданию бомбы, проиграв очередное сражение. В 1971 году вспыхнула очередная война между Индией и Пакистаном. В Нью-Йорк прилетел заместитель премьер-министра Пакистана Зульфикар Али Бхутто. Он обратился к Совету безопасности ООН с просьбой остановить вторжение Индии в Восточный Пакистан. Зал слушал его равнодушно. И тогда Бхутто презрительно сказал: «Ну и сидите тут с вашими тремя сортами вин и торжественными ужинами, с вашими да, месье и нет, месье, в то время как мою страну раздирает война». Он разорвал текст своего выступления на мелкие клочки и бросил их на стол. Пакистан проиграл войну. Восточная часть страны отделилась и с помощью Индии превратилась в самостоятельное государство Бангладеш. Китай, враждующий с Индией, передал Пакистану чертежи ядерного оружия – уран, пригодный для военных целей. И помог построить новый реактор, который вырабатывает оружейный плутоний. Продал Пакистану ракеты, которые могут доставить ядерную боеголовку в любой город в северной части Индии. Поначалу Индия и Пакистан придерживались концепции минимального сдерживания. Сейчас слово «минимальное» почти не употребляется. А за 10 лет арсеналы удвоились. У Пакистана 100 боеголовок, у Индии поменьше. Зато у Индии более современные ВВС и ВМФ. Индия, как и Китай, спокойно относится к своему ядерному арсеналу. Индийские лидеры, как и китайские, рассматривают ядерное оружие как свидетельство государственной мощи, а не как инструмент ведения войны. Пакистанские генералы считают ядерные боеприпасы не политическим инструментом, а оружием, которое можно и нужно пустить в ход, раз уж оно есть. В Индии требования военных часто отвергаются. В Пакистане генералы отдают указания политикам. Нищий и слабеющий Пакистан продолжает конкурировать в военной сфере с Индией, чья экономика в 9 раз больше. Индия наращивает арсеналы без экономических потерь. Пакистанская экономика в бедственном положении. Поскольку Пакистан находится в состоянии постоянного конфликта с Индией, настоящие хозяева страны – военные. Если генералам что-то не нравится, они убирают правительство и распускают парламент. Всякий раз объясняют, что решились на эту меру, дабы спасти родину от хаоса, экстремизма и коррупции. Получилось, что демократия предстала перед пакистанцами в образе продажных и неэффективных правительств. На их фоне военная диктатура казалась надежной и неподкупной. И уж как минимум военные обещали порядок. Поэтому никто особо и не сокрушался об утрате даже той скромной демократии, которая существовала в стране. Но проходят годы, и выясняется, что лекарство хуже болезни. Военное правление загоняет страну в тупик, из которого вообще непонятно, как выбираться.
Да, настоящих демократов в пакистанской политике было маловато. Но они бы появились. Да только демократии в молодом государстве не дали ни единого шанса. В отличие от соседней Индии. Индия за последние десятилетия совершила огромный прыжок в экономическом развитии. Пакистан же все больше отстает. Само его существование под угрозой. Не потому ли Индия так преуспела, что, несмотря на все трудности, которые выпали на ее долю, она никогда не отказывалась от демократических принципов общественного устройства и тем самым обеспечила себе условия для развития. Когда Беназир Бхутто вновь решила баллотироваться в парламент, президентом страны был командующий вооруженными силами генерал Первез Мушарраф, который совершил бескровный военный переворот. Себя он называет крутым парнем. Он холодный и безжалостный человек, не признающий сантиментов. Он никогда ни о чем не жалеет и, кажется, ни в чем не сомневается. Офицер спецназа, он целенаправленно формировал свой характер. «Нас учили выживать в джунглях, в горах и в пустыне», — вспоминал Первез Мушарраф. «Мы привыкали питаться змеями, лягушками и ящерицами. Я понял, что в состоянии съесть все, что угодно. Спецкурс придал мне уверенности в моих физических и умственных способностях. Я понял, что умение справиться с трудностями требует не столько крепких мускулов, сколько душевной устойчивости». Своих подчиненных Мушарраф тоже учил укреплять нервы. У него была своя метода. Например, его бойцы должны бросить ручную гранату ровно за 3 секунды до взрыва. Не все находили в себе силы хладнокровно отсчитывать секунды и, боясь, что она взорвется в руке, бросали гранату раньше времени. Его солдаты ходили по узкому мосту, переброшенному над стремительной горной речкой. Он заставлял их ложиться между рельсами и с открытыми глазами смотреть на поезд, который проносился над ними. Закрывать глаза запрещалось. «Я всегда показывал солдатам пример», – рассказывал Мушарраф. «Нельзя заставлять подчиненных делать то, чего не можешь сам. Я хорошо стрелял, отлично бегал и мог помериться силами со своими солдатами во всех упражнениях. Тех, кто обгонял командира, Мушарраф за свой счет угощал лимонадом. Похоже, он не очень потратился». В семействе Бхутто мужчинам не везет. Один повешен, второй застрелен, третий отравлен. Подобно семейству Кеннеди или Ганди, клан Бхутто словно притягивает к себе несчастье. Но это вовсе не отбило у Беназир стремление к власти. Ее лишали должности, сажали под арест, отправляли в ссылку. Но всякий раз можно было сказать точно, Беназир Бхутто вернется в политику. Ее обвиняли в оппортунизме, приспособленчестве и беспринципности, но она считала, что исполняет миссию, которая ей досталась от отца. Миссия состояла в том, чтобы отомстить за отца, заняв его место хозяина страны. Ее мужество и решительность сомнений не вызывали. Ее не остановили суд, унижение, проигрыш на выборах. Ее смогла остановить только смерть. История Пакистана такова. 3 войны с Индией. 3 военных переворота. Один из лидеров страны, Зульфикар Али Бхутто, был казнен. Другой погиб в авиакатастрофе при сомнительных обстоятельствах. 2 убили. Али Хана в 1951 году, Беназир Бхутто в 2007. Причем ее убили практически на том же месте, что и Али Хана. Врач, первым подоспевший к ней, был сыном врача, который когда-то безуспешно пытался спасти жизнь Али Хана. Следствие пришло к выводу, что теракт организовали пакистанские талибы, которым помогли полицейские. Беназир Бхутто строго следовал установлениям ислама, но радикалы считали, что женщине не пристало занимать высший пост в исламском государстве. Пакистан очень религиозное государство. Современный образованный пакистанец работает на компьютере, по интернету связывается со всем миром, а когда настает час молитвы, он выключает компьютер, поворачивается лицом к Мекке и возносит молитвы Аллаху. Пакистанцы разделены на суннитское большинство и шиитское меньшинство. До поры до времени в стране господствовал традиционный ислам, радикалов было немного. Все изменилось в 1979 году. Этот год начался приходом к власти в Иране аятоллы Хомейни, а закончился военным вмешательством СССР в дела Афганистана.
Появление советских солдат в мусульманской стране пробудило радикальный политический ислам, стало желанным поводом для начала джихада, священной войны против неверных. Религиозная травма в нашей стране, считает Первез Мушарраф, началась с ввода советских войск в Афганистан. И все 80-е годы шел подъем религиозных настроений, поддержанных президентом Зия-уль-Хаком. В результате заказные убийства, акции террористов-камикадзе стали повседневностью. Пакистанские лидеры сами хотели, чтобы ислам стал религией сопротивления против советского вторжения. По их настоянию высшие религиозные авторитеты объявили: «Джихад и защита Афганистана от внешнего врага – священный долг каждого мусульманина, столь же важный, как молиться 5 раз в день». Война приобрела религиозный характер. К радикальному исламу молодые пакистанцы, прежде не слишком набожные, пришли политическим путем, а не в результате религиозных исканий. Афганская война оставила в Пакистане огромное количество неиспользованного оружия. В стране скопилось немалое число маджахедов и исламистов-фанатиков. Под их влиянием Пакистан двинулся в сторону мракобесия. Мученичество, джихад, смерть – все это вошло в пакистанскую жизнь. В годы афганской войны пакистанское общество становилось все более нетерпимым, особенно к христианам. Президент Зия-уль-Хак ввел исламские суды, параллельно с существующей судебной системой. Ввел казнь через повешение и публичные наказания плетьми. Выдвинул на первый план малообразованных религиозных деятелей, присвоивших себе роль хранителей веры и морали. Произошла талибанизация Пакистана. «Мы помогли создать маджахедов», – пишет президент Мушарраф. «Мы зажгли в них религиозный огонь, мы их вооружили и отправили вести джихад против советских войск в Афганистане. Мы не думали о том, как вернем их к нормальной жизни после победы в войне. Эта ошибка дорого обошлась Пакистану и Афганистану». Военные мобилизовали религиозных фанатиков на борьбу против Индии. Пакистанские генералы сами взрастили целое поколение террористов. И спохватились, когда вооруженные ими исламисты вышли из-под контроля. А фундаменталисты решили, что военные недостаточно ревностно следуют канонам ислама, да еще и опорочены сотрудничеством с Соединенными Штатами. Радикальный ислам проник в армию, и для кого-то из офицеров религиозные идеалы важнее армейского братства, что еще недавно было невозможно. Генерал Мушарраф, будучи президентом, уволил каждого 5-го из сотрудников военной разведки как ненадежного. Он хотел еще и пересмотреть учебные программы для 4000 медресе, в которых учатся 600 тысяч молодых людей, но не сумел исполнить свое обещание. Мушаррафа дважды пытались убить. В первый раз его спасла американская техника, которая на несколько секунд задерживает передачу радиосигнала для взрывателя. Его кавалькада на большой скорости успела проскочить мост, под который была заложена взрывчатка. Взрыватели сработали, когда машины уже отъехали. Во второй раз камикадзе направили грузовики, забитые взрывчаткой, на его машину. Один из охранников пожертвовал собой, преградив своей машиной путь к грузовику. Погибли 14 человек. На суде 50 исламистов приговорили к смертной казни. Половина из них была офицерами пакистанской армии. В 2008 году Мушарраф добровольно оставил президентский пост и уехал за границу. В марте 2013 вернулся в Пакистан. Как и Беназир Бхутто, он хотел принять участие в парламентских выборах. Ему этого тоже не удалось. Он оказался на скамье подсудимых. Первым делом суд запретил ему избираться на любые должности в стране. Пожизненно. Религиозные фундаменталисты не считают его достаточно преданным исламу. А кандидат в депутаты парламента по закону обязан быть хорошим мусульманином, чистым и честным. Талибы обещают отправить бывшего президента в ад. Из Пакистана в Западную Европу и Северную Америку потянулись проповедники вербовать бойцов джихада. Террористы ценят мусульман, родившихся на Западе, особенно белых европейцев и американцев, принявших ислам. У обладателей европейских или американских паспортов нет проблем при пересечении границ. Они свободно говорят по-английски,
сбривают бороды, которые воины джихада считают символом исламской чести, и носят западную одежду. Если посещают мечеть, то стараются не привлекать к себе внимания. Иммигрантам, особенно мусульманам, нелегко приспособиться к жизни на Западе. Но они, как правило, ценят возможность жить по-человечески, потому что помнят, от чего бежали. А вот их дети другой жизни не знают. Они получают высшее образование, внешне вполне интегрированы в западное общество. Почему же они внезапно проникаются радикальными идеями, бросают семьи, работу и готовы участвовать в войне против неверных? Что же с ними происходит? Они живут на Западе, но не считают себя частью этого общества. Внутренне ощущают себя не такими, как все. Исходят из того, что ни при каких обстоятельствах им не добиться того, чего они хотят. Им не стать теми, кем они мечтают быть. Путь к успеху для них закрыт. Как правило, это ощущение второсортности, которое их так мучает, носит характер воображаемый. Боксер Тамерлан Царнаев и увлекающийся борьбой его младший брат Джохар учились в школе, которую окончили знаменитые актеры Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Но мечты не сбылись. Боксером Тамерлан не стал, работы не нашел. Жили на деньги, которые его жена зарабатывала сиделкой. И это усилило отчуждение и обиду на всех и вся. А стоит только ощутить себя униженным и отвергнутым, и картина мира меняется. Исполненный ненавистью вокруг себя, не видит никого, кроме врагов. И Джохар Царнаев возмущался. «Неужели я выгляжу слабым, и эти собаки не понимают, что лают на слона?» И вместе с тем дети иммигрантов переживают, что утратили связь с исторической родиной, о которой имеют весьма слабое представление. Сожалеют, что не находятся среди своих. Часто презирают отцов за то, что те поддались слабости и переехали на Запад. Если родители не были религиозными, то дети углубляются в ислам из чувства протеста для того, чтобы обрести самоценность в обществе, которое считают чужим. Они находят ответы на многие волнующие их вопросы в мечетях у проповедников радикального ислама, которые говорят, что греховный христианский мир заслужил гибель, а на его обломках возникнет всемирный халифат. И призывают всех мусульман выступить на борьбу с неверными. Настало время джихада, настало время обнажить меч, который послал нам пророк. Пусть неверные научатся уважать мусульман. Аллах разрешает нам отвечать ударом на удар, использовать то оружие, которое используют наши враги. Они убивают наших женщин, мы убьем их. Ислам не делает различия между военными и гражданскими. Ислам различает правоверных и неверных. Неверных надо убивать всех. Со стороны невозможно оценить силу проповеди и речей на арабском языке. Это невероятно красивый язык. Арабское красноречие непревзойденно. Вербовщики никогда не заговаривают сразу о джихаде. Они приглашают разделить трапезу, вместе молиться, читать Коран. Затем следует приглашение слетать в Пакистан. Это кузница кадров. Вербовщики учат юношей, что стать настоящим мужчиной значит быть религиозным и быть готовым умереть за ислам. Мы хотим быть достойными своих предков и уничтожим всех, кто противостоит закону Аллаха. А тут подвертываются такие важные дела, как борьба за дело палестинцев или боснийских мусульман или чеченцев в России. Американская военная операция в Афганистане, разгром Ирака, свержение Муаммара Каддафи обострили чувство ненависти к Западу и одновременно усилили ощущение собственной униженности. Каждый мусульманин хранит в себе гордость за свою древнюю цивилизацию. Он помнит успехи исламского мира в искусстве и науках. Нынешнее превосходство Запада только усиливает ощущение утерянного величия. Христиане воспринимаются как колонизаторы. Мусульмане считают себя жертвами христианского колониализма и намерены мстить за перенесенные страдания. 11 марта 2004 года в Мадриде были взорваны бомбы сразу в 4 поездах. Погиб 191 человек, ранено почти 1000. Если бы взрыв прозвучал минуты позже, рухнула бы крыша вокзала и пострадало бы еще больше людей. За что мстили испанцам?
Для исламистов Испания все еще остается частью мусульманской земли, хотя уже прошло больше 5 веков, с тех пор, как в 1492 году католическая монархия выбила последних воинов-мусульман из Андалузии, что стало концом 800-летнего исламского владычества. Использование смертников облегчает жизнь руководителям террористических организаций. Сложнее всего обеспечить боевику пути отхода после теракта, чтобы его не поймали и не допросили. А если использовать смертников, эта проблема исчезает. Типичный портрет боевика. Ему еще нет 30 лет. Он холост, набожен и не имеет работы. У него проблемы, которые делают жизнь невыносимой. Ему объясняют: стань смертником и найдешь выход из самого отчаянного положения. Погибший в бою с врагом причисляется к мученикам, которых щедро вознаграждает Аллах. С того мгновения, как он прольет первую каплю крови, мученик перестает ощущать боль, объясняет Муллы. Ему прощаются все прежние грехи. Он спасен от мучений пребывания в могиле. Ему не надо ждать судного дня. Он сразу занимает свое место в раю, где его услаждают 72 темноглазые красавицы-девственницы. Еще он имеет право замолвить слово за 70 родственников, которые тоже попадут в рай. Обещание попасть в рай – одно из самых привлекательных в программе вербовки новых бойцов Всемирной армии джихада. Основатель палестинской организации «Хамас» шейх Ясин объяснил журналистам, что такая же благодать ожидает и женщин-смертниц. Если они не замужем, то в раю каждую ждет муж, и они тоже могут избавить 70 своих родственников от страданий в могиле. Когда въедливые иностранные журналисты просили указать место в Коране, где об этом говорится, шейх Ясин улыбнулся. «Моя работа, как и работа других шейхов и имамов, как раз и состоит в том, чтобы толковать Коран. Люди нам доверяют». Боевик проходит курс подготовки подрывника на тайной базе. Его учат, как вести себя в толпе, чтобы не выделяться, умению не привлекать к себе внимание службы безопасности и, главное, не забыть привести взрывное устройство в действие. Проверяют стойкость его нервной системы, способность сохранять хладнокровие и в самой опасной ситуации не выдать своего волнения. Вступившим на этот путь не позволят свернуть с полдороги. С той минуты, когда юноша или девушка записывает на видеокамеру свое последнее обращение, смерть неминуема. Если он или она в последний момент откажется взорвать себя, запись станет доказательством позорной трусости. С таким клеймом жить невозможно. Решение снимать на видео последние слова шахида приняло когда-то палестинское руководство. Это нужно не только для пропаганды, но и для того, чтобы смертник или смертница не передумали. Но с боевиками, выросшими на Западе, труднее. Они не хотят умирать, как показала история с братьями Царнаевыми в Бостоне. Считается, что нищета рождает террор. Точнее было бы сказать, что террор рождает нищету. Во многих исламских странах культивируется атмосфера безнадежности, беспомощности, отчаяния. Зачем тратить силы для улучшения своей жизни, если все решится само собой после уничтожения врага? Подростки растут в убеждении, что нет смысла учиться и не надо работать. Врачи и инженеры не нужны. Нужны солдаты. Они должны убивать. В этом их предназначение. Маленькие дети в Ираке, Афганистане, Пакистане или Саудовской Аравии подходят к своим отцам и просят: «Папа, возле нашей школы американский контрольно-пропускной пункт. Они меня не заподозрят, потому что я маленький. Я могу подойти и взорвать их. Папа, я хочу стать мучеником. Ты не можешь достать мне пояс шахида?»